В Алматы за лучший вклад в развитие сельского футбола вручили премии в рамках проекта «Аул Футбол». Церемония награждения проводилась по 11 номинациям. Спонсором мероприятия выступил благотворительный фонд «Халык». Подробности в следующем сюжете. Этого торжественного мероприятия ждали 4 года. Награждение премии «Аул Футбол» осуществлялось по 11 номинациям. От лучшего менеджера клуба до лучшего нападающего. Лауреатов наградили статуэтками, дипломами и денежной премией от благотворительного фонда «Халык». Специалисты отмечают, с начала действия проекта «Аул Футбол» удалось сделать большой скачок в популяризации данного вида спорта среди сельских детей. Более 180 команд получили материальную поддержку, в двух поселках построены площадки, проведены десятки обучающих семинаров для тренеров. Историческая справка. В ноябре прошлого года между спонсорами и руководителями проекта «Аул Футбол» был подписан меморандум о сотрудничестве. Соглашение подразумевало поддержку 100 сельских команд, обучение 100 тренеров, проведение турниров во всех регионах страны, а также обеспечение тренировок для сборной команды Алматинской области и ее участие в престижных турнирах. Эксперты не исключают, что такая поддержка спонсоров рано или поздно выведет казахстанский футбол на мировую арену. Наверное, будем когда-нибудь. Таланты появляются? Конечно, конечно. Они же... Тут самое главное, как надо правильно ставить методики, там технологии, вот именно в футболе, особенно в детском, чего у нас не хватает. Справедливости ради стоит подчеркнуть, что в последнее время казахстанское бизнес-сообщество все чаще участвует в развитии социального и экономического потенциала страны. К примеру, основанный в 2016 году частный благотворительный фонд «Халык» оказывает постоянную помощь казахстанцам. Попечителями фонда являются Тимур и Динара Кулебаева. За 8 лет фондом реализованы различные благотворительные проекты в области здравоохранения, спорта, культуры и образования на сумму более 50 миллиардов тенге. Дильмурат Муталипов, Нурлан Досмагамбетов, Атамекен Бизнес.